Гречка по-деревенски готовится в горшочке, это и есть особенность данного блюда. Гречневая крупа тушится в печи или духовке с мясом и луком, блюдо получается сытным, подходит на обед или ужин. Вашему вниманию, простой рецепт приготовления гречки по-деревенски. Для приготовления блюда можно использовать любое мясо, свинину, говядину или даже курицу. Готовое блюдо подается горячим к обеденному столу или на ужин. Обязательно добавьте в кашу кусочек сливочного масла, непосредственно пред трапезой. Удачи! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Свинину промойте и нарежьте небольшими кубиками, лук порежьте полукольцами. Переложите мясо и лук в горшочек, сверху засыпьте промытой крупой, посолите и залейте бульоном или водой, накройте горшочек крышкой. Тушите до готовности в печи или духовке. Температура 180 градусов, готовить 40 минут. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обещанный список ингредиентов. Гречка, 2 стакана. Свинина, 400 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Соль, по вкусу. Вода или бульон, 4 стакана. Количество порций, 5. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Пока-пока!